Прямоугольники. Используя инструменты редактора CorelDRAW, вы сможете нарисовать как прямые и кривые линии, так и различные геометрические фигуры, будь то прямоугольники, эллипсы, спирали или разнообразные многоугольные фигуры. В этом уроке мы рассмотрим, как с помощью инструментов программы нарисовать объекты прямоугольной формы. Для того, чтобы нарисовать прямоугольник или квадрат, необходимо в окне нового документа выбрать инструмент «Прямоугольник» на панели инструментов, находящейся в левой части окна редактора. Вы также можете воспользоваться горячей клавишей F6. После чего зажмите левую кнопку мыши и потяните курсор по диагонали, выбирая тем самым размер и форму будущего прямоугольника. После чего отпустите левую кнопку мыши. Объект прямоугольной формы был создан и размещен на странице. Раскройте на панели инструментов список инструмента «Прямоугольник» и выберите команду «Прямоугольник через три точки». Данный инструмент позволяет быстро нарисовать объекты прямоугольной формы, расположенные под необходимым углом. Для того, чтобы нарисовать объект, зажмите левую кнопку мыши и перетащите курсор по диагонали, тем самым нарисовав базовую сторону прямоугольника. Отпустив левую кнопку мыши, переместите курсор, выбрав необходимый размер прямоугольника. Для того, чтобы завершить рисование прямоугольника, кликните левой кнопкой мыши. Стоит отметить, что вы также сможете изменять размеры и угол поворота этого прямоугольника, воспользовавшись методами, рассмотренными ранее. В верхней части окна программы расположена панель атрибутов, на которой расположены все параметры нарисованного объекта. Здесь вы можете изменять его размеры, масштаб и угол поворота, выбрав наиболее точное значение. Также здесь можно задать параметры углов прямоугольника, выбрав для них скругление или же сделав выемку. Для этого выберите команду «Угол с выемкой» и измените значение параметра «Радиус угла», воспользовавшись стрелочками, или введя необходимое значение в поле и нажав клавишу Enter. Таким образом, с помощью редактора CorelDRAW вы сможете без труда нарисовать объекты прямоугольной формы и изменить по вашему усмотрению угол поворота объекта, а также параметры его углов.